Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Motorcycle Race. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Splash. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. Также видео о том, как его скачать и получить ключ, я оставлю в подсказках, можете посмотреть. А после того, как скачали чит, в поиске пишем нужный нам режим, нажимаем поиск. А дальше нужно перейти во вкладку Home, то есть вернуться обратно, и скрипты, как видите, уже находятся. А на данный режим есть пока что только один скрипт, больше я, к сожалению, не нашел. А если больше их появится, либо же я найду, то обязательно добавлю. А значит, чтобы его получить, нажимаем на него, дальше нажимаем кнопочку Get, и вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит. В чит вставляем скрипт и нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока заинжектимся. Так, все отлично. Inject прошел. Эту страницу можно закрыть, чтобы она не мешала. И все, что остается, это нажать на кнопочку Exclude. Нажимаем и смотрим. Так, все, вот он загружается, скрипт. Функций, в принципе, довольно много. Только вот почему-то последние не хотят появляться, непонятно почему. Возможно, баг небольшой, но, скорее всего, я думаю, в скором времени разработчик скрипта это пофиксит. Потому что здесь тоже, по идее, должны какие-то быть функции, но их почему-то нет. Так, ладно, здесь, где Select Wins, мы выбираем, сколько побед. Давайте самое максимальное выберем. Так, нужно ухватиться вот за эту фигнюшку. Она очень маленькая и сложно за нее ухватиться, чтобы быстро вниз пролистать. Ну давайте так сделаем, через колесико мышки, окей. Так, 152 это максимум, значит выбираем и включаем Auto Select Wins. То есть Auto Selected Wins. И по идее должен был начаться фарм этих побед, но почему-то не начался. Вопрос почему, непонятно. Так, давайте сами тогда сейчас чуть-чуть попробуем, доедем до конца. И опять включим эту функцию. Потому что я до записи видео проверял, у меня все работало. Так, непонятно. В чем прикол? Окей, давайте включим Win Farm V2. Так, вот здесь, как видите, вот этот второй фарм, он уже работает. То есть мне начислили 400 побед, но это довольно мало. Теперь давайте его выключим и включим опять вот первый фарм этих побед. И вроде бы как... Непонятно. Должно было начать фармить. О, во-во-во, фарм начался, отлично. Значит, скорее всего, из-за того, что я очень много этих побед выбрал, у меня почему-то они не хотели фармиться. Давайте, допустим, опять их выберем. Самое максимальное количество. Может быть, сейчас заработает. Так, сейчас мне по 14 прибавляется, окей. Но это то, что, скорее всего, я просто еду. Из-за этого прибавляется. Во-во-во-во, началось. Как видите, этот скрипт работает, но что-то довольно как-то криво он работает. Но в итоге через несколько секунд более-менее как-то сделали так, чтобы он фармил по 400 побед. Как видите, это работает. Так, ладно, давайте это выключим функцию. Следующая функция это After Burst. У меня как раз на него хватает. Включаем и смотрим. Да, как видите, After Burst сделался. Отлично. И последняя функция это Auto Claim Quest. Включаем. И по идее должен был автоматически взяться квест. Но гуишки для квестов я здесь почему-то не вижу. Возможно, их нету. Ладно. Непонятно. Ну, такой вот довольно странный скрипт я сегодня для вас нашел. Если будет лучше, я обязательно его добавлю на сайт. Вот, так что пока что пользуйтесь этим скриптом. Пока вот только такой есть. Но в скором времени по-любому будет новый. В принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Эйзбан. Всем удачи и пока.